Так, что же это у нас такое? А это у нас место под названием Нил Крик. Здесь водопад и очень красивое озеро. Ехать нам до него целых 10 минут от дома. Я стою на таком мостике. Тут есть такие столики. Есть пешие дороги, есть велосипедные дороги. Вот такая лестница наверх. От водопада. Крепенькая. Сейчас я обернусь. Вот так вот получается. Вот, и тут зона для отдыха. Домик, столички, для кострища место. А мы сейчас вот тут присядем с видом на озеро и попьем кофе. Трудно, но... Дорога назад, вот есть туалет, везде есть указатели, есть мусорки, есть разные дороги, есть вот такие штуки, которые рассказывают, какая красота тут произрастает. Вот, например, вот этот цветочек, вот он и растет. Идем дальше. Людей немного. Погода такая очень прогулочная, не жаркая. Вот такой знак есть. И тут показаны все вот эти дороги, по которым нужно двигаться. Указано, где ты и куда ты можешь пойти. Так, судя по звукам, две собачки что-то не поделили. И вот эти вот знаки. Вот по отношению к этому озеру Нил Крик. Вот знаки. Там еще. Ух ты! А мы откуда пришли? Тут три дороги. Отсюда. Да, отсюда. А там стоянка для машин. Мы туда и идем. Сейчас погрузимся и поедем домой. Задача была прийти попить кофе с красивым видом на озеро. Вот уже за вот этими деревьями высокими уже будет и стоянка. Там может быть даже видно знак. Развилки.
запах удивительный. Самолетик летит в наш аэропортик. Вот уже машинки. Вот выход. Так, может, сюда? Поедем домой.